есть у людей естественная, душевная, биологическая, животная энергия. Энергии много. Ну, поскольку мы едим, дышим, да, у нас существует энергия. И когда энергии много, или в принципе она есть, мы ее не структурированно разбрасываем. Просто она пульсирует, она туда идет. В принципе, жизнь – это и есть пульсация вот этой вот энергии. И энергию я воспринимаю как некое женское начало, природное, природа, энергия. Есть самый прекрасный, парадоксальный, загадочный и чудесный феномен сознания, который мы предполагаем свойственен только человечеству, людям. И сознание – это способность видеть ясно целую картину, структурировать, понимать тонкие взаимосвязи, понимать некие и чувствовать метацели, метазадачи человечества, страны, семьи, индивида и так далее. И что я вижу, как некоторую такую трагический раскол, рассогласование, это то, что очень часто в конкретных людях или в целых группах людей сознание рассогласовано с энергией. То есть очень умные люди, очень этичные, духовные, они отрешены, они в дела этого мира не вмешиваются. Они все понимают, но не знают, как привнести сюда что-то, чтобы это все запульсировало, чтобы возникла цельность. Очень много энергичных людей, которые очень много чего делают. Но это деятельность, но не точное действие. Сознание знает точное действие, но ему не хватает энергии. Энергия пульсирует, кипит, но очень часто напрасно. Поэтому человек живет, и потом, а что жил? Да, вот уже 60-70. А что жил? Что привнес? Что сделал? Очень часто люди или неконтролируемо сбрасывают энергию, или следует каким-то задним социумам, традициями, ментальностью конкретного народа, просто шаблоном. Если сознание и энергия соединены, то вот это мы можем назвать самоосознающим, пробужденным человеком, человеком с полным силой. Сознание и энергия, как мужское и женское, лишь в сочетании дают танец. И этот танец прекрасен. И вот, в принципе, чем я занимаюсь, это и учу людей танцевать. Вот. То есть, да, потому что вместо сознания у многих людей чужие концепции. Вместо принятия и согласованности собственной энергии, умением ею управлять. Вернее, с нею взаимодействовать, потому что она мудрая на самом деле. Есть просто неосознанное сбрасывание энергии, трата пустую, времени, силы и так далее.